Hey! Приветствую, дорогие друзья, с вами Ангар, и надеюсь, что сегодня именно в твоей душе станет чуточку теплей с игрой Цивилизация 2. Потому что мы ее проходим с тобой, дружочек. Да, кстати, я вспомнил, голубые — это же китайцы у нас, да. Также китайцы у нас захватить Геспалис решили. Сейчас, скорее всего, нам придется весь флот переводить и отбивать Геспалис. Так вот, друзья. Вот так и живем. Такс, ну, в общем-то, у нас Геспалис-то уже отожмут, да, на следующий ход, так что... Ну, я думаю, два корабля, хотя... Можно вот старого типа корабля и нового отправить. Думаю, вдвоем они вполне себе должны будут справиться. Теперь, правда... С Калатравой не очень понятно, что делать. На нее теперь, мне кажется, уже трех не хватит. Придется тупо сидеть, ждать подкрепления. Французы владели сталь. Да. И дипломатов нам неплохо бы в Китай опять отправить, потому что, ну блин, воевать с тысячей человек невыгодно. Понимаешь, что Китай сильный. Прижать нас решил, тем более, что там... Хотя, на самом деле, я рассчитывал, что эта пушка будет сильнее бороться, но там, скорее всего, стены просто еще нет. Если нет стены, то, в принципе, все логично, что так ее легко вынесли. Без даже хотя бы обычной стены... Хотя, возможно, обычная стена и не сильно помогает против кораблей, но мы это посмотрим, друзья, с вами. Мы с вами обязательно посмотрим. Цеция построила кое-что. Ну, теперь, блин, мы знаем, дадите в жопу. Мы теперь знаем, что нужно прибрежную крепость строить, так как у нас везде кораблики. Блин, в Кумаях я делаю транспортники, да. Твою мать. Да, город, кстати, тоже беззащитен, поэтому давайте хотя бы городские стены построим. И транспортник непонятно зачем нужный соорудить. Да. Ведь он холмы может, кстати, собирать. Интересно. Интересно, интересно. Кстати, корабли у нас, да, этот корабль немного не в ту сторону попер. Давайте посмотрим, где мы что можем ускорить. 53 уже сделают в любом случае миноносец. Биржу в веях можно ускорить. Библиотеку можно ускорить. Где ж у нас бабки все-таки есть? 52.6. Ну им двушечки не хватит. А сколько будет стоить миноносец? 19 монет. Ну ладно, давайте. На два хода получается быстрее просто построим его. Так, университет. Ну тут будет дороговато, хотя не очень норм. Миноносец. Ну тут, наверное, будет... Хотя 120. Все, остальное оставляем про запас. На всякий пожарный. Да, нам надо заниматься... Скорее всего, даже, наверное, мне кажется, в Равене бы этого инженера бы создать, потому что нужно еще города строить. Мало-мало городов. Если воевать, то чем больше городов, тем лучше, по сути дела. Потому что именно тогда у нас вот будет, собственно, кем воевать, что здесь одна столица, ну, не приносит такого результата, как, допустим, там, в 5 или 6 циве, когда ты можешь одной столицей владеть и просто там за ход создавать по юниту для войны. Здесь мы вынуждены, обязаны просто херачить, просто каменщиками работать.
такими вот свободными творцами. Просто берешь и фигачишь, фигачишь, фигачишь. Так, Пиза у университета. Это хорошо, наверное. Так, по ресам что, излишков нет. Так, это налоги уменьшает. Это, наверное, тоже, да? Ну, счетов здесь и так мало. Попробуем на деньги его перекинуть. Посмотрим, будут ли они. Портовые сыры. Ну, лучше крепость, наверное. Хотя... Церковь. Наверное, церковь, чтобы довольные были все дела. Так, тут библиотека. Известно, что ключ в будущем нам нужен. Не, блин, университет надо строить. Я вообще, короче, ничего не имею, но пока что... Хотя бы давайте городскую стену забацайте. Да. Это вообще с голой жопой фактически сидите тут на карте мира. Да-да-да. Займемся городскими стенами. Так, в Равене у нас создался ты. Теперь будет инженер. А, минуточку. Ты же вот рядом с нами-то. Кстати, вопрос. Почему он просто стоит теперь? А, это, кстати, корабль-то другого типа. Я думал, что у них такой же, но нет. Возможно, это даже сильнее. Что тут, стены делаются? Сколько у вас щитов? 3. Нужно 4, я так понимаю. Ну то давайте... Тогда по-быстрому завершим. Отрядов, скорее всего, больше нет. Так, ну, возможно, тогда ты можешь обратно плыть. Вот, правда, лишь, конечно, возможно, но... Допустим. Тебя мы также отправим на помощь. Так, Неаполь. А что у нас по Неаполю? Скорее всего, у них тоже нету. А, нет, у них есть чем обороняться. Ну, университет... Блин, как то... А почему? У вас так мало щитов? 6 всего лишь. Так, 8. Блин, налогов лишать не хочется. Давай, ты один на науку все-таки. Так, 8 щитов. Это уже лучше. Быстрее теперь же? Ну, не особо как-то. Ну, блин, ну хочется университет. Блин, хочется. Ну и воевать надо. Черт. Теперь воевать тоже надо. 32 хода и университет слишком долго. Так, я вообще не знаю, что с тобой делать. Я тебя построил, но... В чем твой прикол? Пока я не понял. Коня, конечно, можно к тебе засунуть, но тоже пока... Не очень понятно, что это нам даст. А какой может, интересно, ускорить вообще постройку здания обычно? Про это, в общем-то, не думал. Хотя она пускай стоит. Ну, не коня этот караван имеется, это верблюд, да. 1800, между прочим, 54 год. Мы, кстати, 45-й пропустили. Но напишите, друзья, в комментариях, что в 1854-м происходило. В 45-м мы знаем. Происходили трагичные события, которые были войной, но почему-то не сильно-то люди что-то из этого черпают по современным событиям. Так. Ну, города растут у нас, но, конечно, пока вот 13-го левела ни одного нет, 14-го там и так далее, тем более. Ну, там, возможно, нужно, помимо водопровода, еще что-то, скорее всего, думаю. А, там нам что-то писали, кстати, точно писали, Магикяне, но там... Я вроде пока ничего не делаю, поэтому пофиг. Заканчивают, так заканчивают. Да, вот Гиспалис построил. Проблемы с экономикой. Так, ну пушки обороны вообще нет, да, в частности. В егере охеренная оборона вообще-то. А так опять такая же, как у стрелков. Кстати говоря, они вообще лучше стрелков, если так смотреть. Ну, давайте их построим. По-моему, лучший вариант. И за город в панике. А, из-за того, что мы одного жителя перекинули в рабочие. Он бомжарый хочет, скорее всего, быть, да. Так, налоги...
А если мы вот так вот перекинем? Блин, а так куда даже выгоднее налоги, куда лучше. Тогда так и сделаем. Так, Неаполь недоволен. Делаем им бомжа одного. Что поделаешь. Не знаю, ты, наверное, пока спи. Я просто пока не знаю, где тебя использовать, даже банально. Так, тебя я хотел использовать здесь или где? Здесь, да. Караваны я хотел попробовать перетащить как раз к французикам. Минуточку. Высадить я хотел только одного. Все, отлично. Ты поплывешь к французишам. А ты пока укрепишься, получается. Фига себе, прям над Римом там в наглую. А тут у нас. Тут у нас, кстати, никого и нет. Блин, тогда тебе придется остаться. Тоже защищать будешь Рим. Так, с один кораблик вернулся. Его мало, конечно же, но. Прям других вариантов у нас не видать. Да, получается, мы только и можем, что там, с французами попробовать торговать, так как Ганнибал, скорее всего, нас выкинет. Ну, 4 корабля, на самом деле, я считаю, мало. К тому же, нам нужно повезти кого-то, там уже захватить. Слово. Так что нам нужно пехтуру делать. Транспортник, в принципе, у нас еще второй есть, кстати говоря. Теперь он не такой лишний. Нам нужно какую-то пехтуру или что-то вроде делать. А, он намного сильнее, причем не то, что намного, он, не знаю... Десятки раз сильнее, оказывается. Он, видимо, не атакует испалец, потому что не может... Разве корабль не может захватить, действительно? Я просто сейчас подумал, но... Еще раз подумал. Странно. Ну ладно, видимо, не может. Но, как выясняется, наши корабли против него просто дно днищенское. То, что я в Риме оставил, это вообще ничего не имеет значения. Также обычные... Стена тоже, как мы видим, все-таки не помогает. Именно от водных нужно в водные строить преграды. Вот эти крепости именно. Короче говоря, полная шляпа. Что делаете? Ну ладно, помолитесь. Ну, ладно. А Неаполь-то чем недавно? Серьезно? Вы что, охерели там, что ли, все? Почему излишки так легко кончаются? Я не хотел бы щиты убирать именно. Да, давайте почекаем ради интереса вообще, что там по обороне-то хотя бы. Ну, довольно плохо все, как я и говорил. Я даже не знаю, зачем этот кораблик-то в итоге веду. Очевидно, будет полностью бесполезен. Да, инженер имеет 2 хода, поэтому он может со старой клетки передвинуть, сразу же строить то, что нужно. То есть ход не терять. В этом его польза видна и очевидна. Ну, Китай жестокий, да, представляете, это просто корабль стоит перед городом, он просто херачит всех, кто заходит в город. Егерем не пойми, что будет. Китайцы там охренетели, но нам нужно с ними, не знаю, что-то тоже, как-то, может быть, тоже этого верблюда к ним направить, чтобы просто с ними поговорить, попробовать как-то здесь договориться, хотя навряд ли, с учетом в нашем военной силы, разница военной силы. Мы, возможно, в древнем-то мире могли бы их жахнуть как следует, но с учетом, что мы развиваемся одни на этом острове,
Точнее, уже там до 3-4 островах, не знаю. Уже мы подрасползлись. Все весьма печально. Это печально. Так. Да, китайцы, я так понимаю, в лиминочку. А кто тогда это? Индустриализация выучили. Корпорации коммуникации. Сталь. Надеюсь, это будет вести нас к новым юнитам. Так, заберем эту херню. Тут почекаем, ничего не пофиг. Так, где именно там враг? А, нашим, рядом с нашим старейшим городом. Да можно модернизировать в родной город, фермировать? Нет, здесь модернизации никакой нет. Так, завершаем тогда в срочную городские стены. Фига, к физиономии у жителей-то изменились. Но бомж, в принципе, просто толще стал, это логично. Так, у нас тут излишек, ну, так себе. Да, корабли нам нужно, конечно, покруче. У нас есть миноносец, в принципе, теперь. Кстати, а этот корабль-то исчез. А, не, вот, блядь, это же он и есть. Он, да, он сратый. 4 урона, блин, он по сравнению даже с пушкой просто ни о чемшный. Тогда нужно делать, получается, пухим нам скорее. По воде пока что, по ходу атаки для нас какие-то бесполезные выглядят. Решение. Любопытно, попробует ли он атаковать? Или его устраивает прям перед городом стоять? Стоять и бычить на город. Сюда подошел. Подошел сюда. Ты давай. Кто ты? Кто ты? Кто? И ушел. Китайский, да, эликсир бессмертия. Нихуя себе. Нихуя себе. Слишком сильно, слишком мощно. Теперь еще и, блин, не знаю. В принципе, здесь один правитель на все время, поэтому... Такое себе. 1857 год, между прочим, до нашей эры. Ой, блин, какой до нашей? Нашим же. Изучение стали нам помогло, что транспортники теперь более крутые, разве что. Получается так. Получается, транспортники покруче стали. Веи. Так, веи нам нужно. Мы встаем перед активным производством фабрики. Это было бы классно, если бы у нас тут войска вражеские перед носом не бегали. Поэтому делай пока морскую пехоту. Кстати, оказывается, она уже появилась. Ладно, спи пока рядом. Деньги. Что касается тебя, мы подплывем сюда, чтобы на следующий ход ты сразу же зашел, и мы могли бы сразу же, так сказать, ушуровать отсюда. На самом деле, за всю историю
То, как я играю в цивилизацию, если честно, это первая у меня партия, в которой я, ну, настолько не мирным являюсь в каком-то плане. То есть так или иначе, всегда хотя бы. Ну, не, бывало на самом деле, у меня бывали партии, когда я был на острове, но он был столь огромный, что. Потому что это был даже не остров, это уже можно было сказать, что это материк именно. Что. Так или иначе, даже враги меня находили, там высаживались, тоже строились. То есть все равно было с кем противостоять. А тут прям приходится очень далеко идти. А проблема в том, что, как видите, сейчас, когда уже у других цивилизаций много городов, ходы очень долгие идут. Да, из-за какого-то нового времени, скорее всего, я так понимаю. У них бомжей, наверное, нету, да. Ну, счетов у них мало, придется на прибыли нас лишать ради того, чтобы бомж появился. Так, тут церковь построили, тут, по идее, не должно быть ничего. Потому что к тому же у них и так есть бомж. Мы отстаем, но нам надо. Блять. Фабрики. Фабрики очень, ну. Чё поделать? Так даже хуже в итоге получилось. Так даже меньше счетов. А где здесь было больше-то счетов? На какой клетке? О, не на какой. Да, ну ладно, друзья, вот такая вот. Такая вот хрень. Так, инженер, хорошо. Где, что ли, фабрики будем делать? Походу, наверное. Там стены, которые на самом деле уже и не нужны, я так думаю. Ну да, будем везде, походу, на фабрике, раз прям везде требуют от нас их. Будем, получается, мы везде их делать. Город Константинополь. Ох ты, надо же. Константинских. Первый современный город. Ну, пускай делает стрелка для защиты. Что еще ему делать? Так, с Равенна, Равенна. Куда нам инженера бы этого направить? Наверное, нужно на соседнюю Помпею. Там еще один город создать, как раз у нас транспортник есть. Старого образца, но лучше, чем ничего. Что в Помпеях-то у нас делают сейчас? Фабрику. Кстати, торговые связи, продолжим движение. Угу. То есть все-таки ускорить мы не можем, обычное. Обычное здание не можем ускорить. Окей, 1859. Что же мы тут имеем? Да, тут шелк есть, тут как раз вот можно где шелк. Даже, наверное, не портовый город, а обычный создадим, потом портовые города и оборонять. Все-таки нам, как выясняется, пехота все равно нужна. Даже больше будет, скорее всего, чем кораблики. Во всяком случае, у пушки урона больше, чем у кораблей наших нынешних. То есть они выглядят бесполезными. Наша охерительная война с Испанией просто буквально просто стоит на мертвой точке. Мы потеряли пока что один корабль в этой войне, скажем так, условной. И все. Просто ничего не можем сделать. Смотрим на равнины, которые орошены. Там наши 572 золота смотрим. Кстати, 6 уже 500 миллионов людей. Расширяемся, что мой, что ж, мочи нет. Лютеция. Крепость строится. Караван везет еду. Ему делать нечего, этому каравану.
Пока жди тогда, чё. Да, здесь у нас Ганнибал. Но мы во Францию должны пилить. Там у нас и посольство есть. Поэтому я думаю, все-таки они к нам получше должны. Ну, в теории получше должны относиться. Главное, чтобы Ганнибал ничего не выслал, потому что Картена это, опять же, портовый город. Что из него может любая хрень выплыть. И местами неприятно вещи для нас делать. Нам и так потопили просто великолепную торговую компанию нашего, как раз испанца. Получи. Это уже похуже будет, конечно. Ну, тут, кстати, довольно тяжело, на самом деле, вот этот баланс, чтобы ты и строился, как бы, в городах своих, и при этом, чтобы ты расширял свою цивилизацию путем строительства этих самых новых городов. Как-то баланс в этом плане соблюсти очень тяжело почему-то. Вроде как вначале я довольно бодренько застраивался, а сейчас просто сидим на попе ровно. Пытаемся что-то, но это сверхредко происходит. По сути дела, ну хотя, ну блин, не, именно свой материк я нормально все-таки, да, занял. Тут. Так, ну это опять же наш любимый Ганнибал. Так, высадить на берег. Сам пойдешь в Ниц опять. В принципе, можно тебя направить, чтобы там, типа, праздник устроился, все дела. В город страшно заходить, потому что эта сволочь просто разбомбит. Вот когда егерь завершится, покупать мы его не будем, потому что я не уверен, что он нам сильно поможет. Так, время миноносец у нас строится. Вопрос, стоит ли миноносец это именно делать? Точнее, стоит ли нам миноносец именно строить? Его атака в 4 меня не сильно радует. Даже выгоднее пушку сделать. Ну или за столько же ходов сделать кавалерию, а такую пехоту. Наверное, кстати, мы так тогда и поступим. Походу это выгоднее выглядит таким явлением. Так, это у нас норм. Давайте в налоги это переведем. Так, антим стены. Поможем. Кстати, по ресурсам тут излишки 0. В кумаях тоже стену тоже поможем. По поводу... Тут сразу два отряда в Кумае сидит. Да, излишки есть. Они, конечно, налоги сидят. Нафига в Кумае это два отряда? Задействовать и закрыть окно тогда. Неаполь. Излишек нет. В Помпеях что у нас? Есть излишки, есть. Но тут щиты придется отключать. Этого не хочу. 12. Хотя нет, вот тут можно вырубить. И голода нет. Давайте вот деньги отправим парней Пиза. Что у нас в Пизе? У нас когда церковь здесь, наверное, поможем. Хоть попробовать вот этого Элвиса на науку. Да, давайте перекинем на науку. Так, в Равене у нас деньгами занимаются. Окей. Испалис тоже деньгами. Удивительно.
С тремя щитами, конечно. Давайте хотя бы 4 щита будет, потому что если здесь уберем. А вот так вот. Хотя бы 4 щита будет. Виракони, Виракони. Чё он стоит? Тут голод будет. Тут нельзя ничего трогать. Фига излишек. Петеция. Тоже щитов мало. Ну, излишки есть, но правда. И последний Константинополь с одним щитом. Во. Тремя щитами, думаю, пойди побыстрее. Хотя, даже на раз поможем, завершим. Даже с тремя щитами это был. Понял, ход зависло или что? Скорее всего, зависло. Нет, все-таки не зависло. Это просто так долго оканчивался ход. Так, да, мы тут построили церковь, и бунта здесь не было. Хорошо, тогда фабрика. Стоит дорого. Капец. В Умаях чем-то недовольны. Видимо, бомжей мало. Ладно, вот вам один. Подарок. И ура! У нас есть тот, кто бомжует. Просто все переходим на фабрики, наверное. На бездействие. Угу. Инженер в лесу. Тут, если мы его тут поставим. Наверное, думаю, лучше его поставить где-то вот тут. Тоже пускай в лесу, но хотя бы с рядом с озерцом. Так, надо построить порт оружия для заморских отрядов и быстрый починить корабли. Но это нет, нам нахер не надо. Часы. Делаем в первую очередь гавань, чтобы с едой было все в порядке, хоть у нас даже есть излишки, но все же. Просто быстрее строительством занимались. Мы знаем, что у вас есть секрет физика. Отдайте его, и мы за последствия не отвечаем. Последствия. Ну, хорошо. Для сотрудничества вы присоединитесь к военному союзу с нами, чтобы мы могли представить один фронт против... Да, мы удовлетворены. Надеюсь, не против французов. Тут жесть.
Просим дара от вас, наших союзников. Меняем этот союз, предлагаем вам заняться знанием. Или вам нечем? Просим дара от, наш, от вас, наш. Можно что-то? Любому терпению приходит конец. Так я, блин, не требую, я попросил дара. Вы сразу же. Вы сразу же как дебилы себя ведете. А, ход теперь сам заканчивается. Только я заканчиваю это. Наверное, так даже удобнее, в принципе, наверное. А, то есть вы приперлись прямо к Франции и хотите здесь что-то построить? Я серьезно надеюсь, что с французами они не воюют. Ну с ними ладно, хотя бы союз. Хотя бы с ними теперь у меня не будет вражды. Хоть какое-то время. Но если с французами вражда, то, блин, это сволочно. 1862 год, между прочим. Между тем... Но это корабль, насколько я помню, не транспортный, тоже военный. Причем он вроде бы хорошая защита, но атака слабая у него. В Кумаях постоянно порядок. Что Кумая там надо делать? Начну только фабрику делать. Да, эти дебилы серьезно. Они серьезно город под Францией решили сделать. Это, как примерно, Наполеон в Франции... Проверить разведку. Давайте проверим разведку. Столица Париж. Медицину изучает. Казна 600 монет. Именно испанцы. Мирные нации. Испанцы, римляне. Но они не воюют пока с этим. Это хорошо. Да, я буду ждать вас в зале. Вы, небось, опять от меня потребуете что-то, как говноеда самое настоящее. Все, если ваш задаться на владельцу от ее разрушения, если он нас пугает ваши угрозы. Нам постоянно стратегический союз. Мы не желаем связаться с вашей беспомощной организацией. А, ну тогда обменяться знаниями, нет? То бишь, вам нужны технологии, но обмениваться вы не хотите тоже. Ну всегда такой дебилизм, конечно. Такой дебилизм вызывает только мнение, что дебилизм. Брундизи. Люди уже недовольны, мы только построили. Они уже хотят церковь. Даже не храм, а царьку. Давайте сразу церковь, окей. Будем по советам строить. Так, ну в принципе одного челика вести. К испанцам я смысла не вижу. Нужно хоть, не знаю, троих там хотя бы сделать. В принципе, по сути, где-то до 1900 года у нас войны с Испанией так и не будет. Мы просто будем сидеть там и все. Вот и вся тебе война. Даже Китай тот нам больше проблем доставляет. На данный момент. Ну когда там егерь создастся, будет любопытно посмотреть, конечно. А, кстати, нам еще надо будет посмотреть... какой город лучше войти. Все-таки, надеюсь, французы-то пока что, ну, мирные. Не будут на нас нападать. Конечно, Ганнибал красава. Подвел к Туру и Париж не так далеко. Мощно, мощно. Если у них вдруг войнушка таки начнется, то... Гизу, скорее всего, задница. Но это не точно. Виракони требует водопровод, а что они? Пушку. Давайте водопровод, окей.
тогда просто спи, что еще тебе делать. Мы ведем шерсть. Тенгизу нужна как раз шерсть. А Туру уголь шел краски. Тут что у нас краски? Ну, значит, в Тур мы. Ну, а хотя бы в большой город. Мне почему-то кажется, что если я в маленький веду караван, то это будет так себе. К тому же можно подоследовать все-таки территории. Это тоже будет интересно. С Туру мы, получается... 219 монет, друзья. Вот, вот эта торговля. Со своими торговать, короче, это реально хрень. Ну вот поэтому, на самом деле, и минусом было то, что мы все-таки одни. То бишь, таких вот больших доходов мы, получается, лишились. Представляете, просто как с куста. Ну и поэтому, кстати, я и на испанцев так сильно. Так сильно недоволен тем, что они мне завалили. Хороший торговый флот, может. Дипломата бы еще, конечно, к испанцам тоже вот привести было плохо. Дипломаты, они разные могут заниматься, чем хорошо. Так, сталь, что нам это даст? Крейсера. Скорее всего, как раз вот у нас крейсер, видимо, и атакует. Давайте дальше станки. Веракони недовольны. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, пускай будет два бомжа у вас. Ну, Леон. Блин, они еще рядом с... Господи, я же говорю. Так, минуточку. Мы же шерсть там везем, да? Все отлично. Леон и досвидос. Медицина, театр Шекспира. Круто, круто. Вроде бы театр уже давно кто-то построил с ним. Ну молодцы, что они сдаются. Все дела пытаются там что-то делать. Что-то пытаются делать. Наш Лукдунь. Он же Лукдунь. Он же Лукдуни. 1865. Карфаген судами овладел, молодец. Какие все молодцы. Прям развиваются. Сил нет. Сил нет от их развития. Молодцы, Вераконе в порядке. Так, тогда я немного не в ту сторону пошел. Так. И он, ну, доход, как видите, видимо, чем город развитие, тем, скорее всего, больше дать денег. Но все равно сотку... Сотку получили. То есть в этом плане лучше дружить с самым еще и развитым, у которого города более крутые, так как благодаря этому получится больше денег получить.
Ну, это круто, что тут сказать. Это круто. Тысяча 866 год. Семьсот шестьдесят три золота счету. Да, вот сооружения, но у нас их нет, мы пока их не изучили. Союзнички плавают везде. Становим торговые связи. Прямо в гору горожане хотят устроить праздник. Надеюсь, это им как-то морально, что называется, поможет. Так. Ура, парень, ты теперь не один. Ты теперь не одинок. Да, тут тоже. Ну да, это и есть. Ну, чего же, чего удивляться. Ну, не сказать, чтобы он прям супер дико был сильнее, но просто у него и защита, и урон по два лучше. Чё-то, чё-то, а чё Рим так долго будет строить? Это законно? А за сколько можно купить? За 800. Ну, наверное, пока нет. Минуточку, а в Риме у нас там вроде бы водный какой-то отряд был, да? Тебя тогда укрепим, а тебя как раз задействуем и закроем окно. Пехотинец сильнее будет. Ну что ж, Китай. Тоже. В неужто время настало освободить Гиспалис от твоего гнета? Походу, идея хреновая, да? Чё получается? Будем ждать, пока в Гиспалисе егерь построится. Получается, видимо, так. Потом заведем туда два корабля и посмотрим, что будет китаёза делать. Да, психологическая атака Гиспалиса продолжается. Просто в море стоит корабль и на все наплевать. Что меня, кстати, забавляет в цивах, то что вот деньги здесь, вот ты как бы зарабатываешь, но при этом их даже вот 800 золотых, но на самом деле это ну, почти ничто. Именно там в лучшем случае какое-то одно здание купить, одно единственное для одного города. Короче, что-то делать надо с китайцами. Прям даже не знаю. Дипломата посылать, получается, к ним надо. Потому что иначе они так и будут нас ебашить по всему Тихому океану. Они конкретно в море ударились и слишком сильно нас опережают. Мы только недавно заимели новый вид корабля. Рим. Вы говноеды. Нате вам, бомжа, сволочь.
Получается, нужно делать дипломата, его на этом транспортнике везти его к китайцам. Я ж вроде бы находил их, если не ошибаюсь. Но, правда, могу уже и ошибаться. Опять по новой их найти, попробовать договориться, потому что, ну, блин. Наша даже псевдо-война против Испании таким образом может не начаться. Потому что они просто будут нам мешать перевозить людей к ним. Ах ты, мразь. Ну, видите, они урон-то наносят, эти корабли. Но, кстати, он... решил отреагировать. Только времени как бы стоял на одном месте, тут фигак на тебя. Вдруг мысль пришла, почему бы не повоевать, да? Ну, по логике вещей мы своим кораблем, конечно, его уничтожим. Но это лишь по логике. Так, Рим конкретно решил мне на яйца присесть. Ну да. Вот же гнида. Так, чё, ноги спались, не идти в жопу. Будем крейсер делать тогда, чё? А надо хоть когда-нибудь наши воды освободить. А ты пока укрепись. Вообще, наверное, в Риме фабрику надо будет закупить. Даже на все, потому что ну, быстрее банально, по идее, будет делаться все. Хотя не намного. Тоже такое. И дипломата надо будет где-то тоже нам настругать, а потом еще и отправить его. Ну, понятное дело, он, видимо, каким-то образом знает, опять же. Там есть оборона. Хотя не, да, он всегда, когда там и была оборона, он сам нападал. Сейчас он просто будет высиживать и отсиживать яйца. Сучий пот. Вообще не дает нам Гиспалия созревать. Да и вообще это этот остров. Мы могли бы там еще, может быть, пару городов бы забацать. Хрена лысого. Так, Лютеция крепость есть, значит хорошо. Ага. Лютеция у нас пока развивающийся город. Тут порядок в городе Рима. Окей, фабрику. А, уже дешевле стоимость? Тем более закупаем. Ура! Значит, Неаполь у нас будет дипломат. Дипломат. Блин, не то хотел. Так. Даю за ним га, голубенькие. Они над нами примерно где-то находятся. Да, вот их. Става, Пенкин, Сергей и так далее. Ну, понятно, почему они на нас бычат, с одной стороны. Да. Им проще всего на нас именно и бычить. И на кого-то другого. Брундузи. Давайте поможем им с церквой. Та-ра-та-та-та. 1870 год. Эре. Ну, кстати, численность наконец-то перестала вообще практически расти. Из-за того, что нет очистительных сооружений, наконец-то численность полностью наша теперь. Контролируема. Но я пытаюсь что-то развивать в плане науки, что будет связано с оружием, потому что, ну...
Мы сами хотели с испанцами повоевать, не получилось, а теперь китаёз. В принципе, на самом деле, можно было попробовать на китаёз с одной стороны, но... Что там, как они нас имеют пока что, уже не сильно хочется с ними. Ну, конечно, в этот бассейн нам нужно засылать корабли, чтобы хоть как-то пытаться его контролировать, опять же. Иначе для нас будет весьма проблемно здесь сидеть и насиживать. Так, Брундузи, окей, второй левел даже. Я вот церковь построил, вы теперь храм, как еще охренев. Рынок вот для денег. Бим построил фабрику. Отлично. Да, образование, только вот нас пиздёкают. Поэтому мы будем вот это теперь строить. Так, ну это тогда может к Испании, типа, что пока он доплывет, там уже Рим успеет корабль создать. Выспались, что ли? Если выспались, то давайте на другой бачок теперь. 6690, наверное. Девятку перевернуть будет 3 шестерки, друзья. Такие интересные интересности. Пуха. Не, ну если у них до сих пор есть такие темы, то, в принципе, с испанцами нам есть смысл воевать. Технологически мы, возможно, их немножко, но превосходим. А это уже... Получается. Ну, не потому, что мы превосходим, а потому, что мы, получается, имеем возможность им отомстить за то, что нам торговлю обломали. В принципе, можно даже пуху эту и уничтожить. Станки и артиллерия. Ой, артиллерия 10.1.1. Хорошо, коммунизм, корпорация. Ну, теперь тут корпорация. Вообще классно. То, что нам и надо было. По заказу. Ну, в принципе, если мы дипломата пошлем, то нам в Китае-то и не нужна будет пушка. Поэтому пока просто укрепить здесь. Так, кому-то можем помочь закончить, допустим, фабрику вам можем помочь, 290. Окей, помогаем. Все, остальные деньги пока, пускай останутся с нами. Так, и, пожалуй, на этом, друзья, мы на эту серию, наверное, и завершим. Всем спасибо за просмотр. Можете, будучи цивилизованным человеком, поставить лайк, расписаться в комментариях. И также, как цивилизованный человек, отметиться подписочкой. Желаю вам счастья, здоровья, любить себя, любить своих близких, любить хоть чуть-чуть, постараться чуть-чуть полюбить людей вокруг нас, потому что если этого не делать, то мир и дальше будет погружаться в клоаку. И поэтому в рамках улучшая зеренга нашего мира в конце каждого видео даю мини-задание, которое может выполнить лишь каждый.
О, да. И на это видео у нас будет такое простенькое задание, когда вы проснетесь, вы обязательно улыбнетесь и подумаете, что в мире с этого момента будет меньше людей, которые хотят навредить другим людям по каким-либо либо глупым, надуманным причинам, которые они думают, что на самом деле не таковы. Немножко сложно, но я уверен, вы справитесь. Всем на этом спасибо и до новых встреч. Пока-пока.